Алибек в позиции маунта. Да, сразу же принялся он добивать своего соперника. Думаю, настроен он на досрочное завершение поединка. И Максим Протасов все-таки останавливает этот бой досрочно. Поздравляем Алибека Расулова. Это его девятая победа. Друзья, перед началом этого видео, как обычно, респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Спасибо им большое, что в такое тяжелое время поддерживают спортсменов и даже вестник ММА. Gorilla Energy. Слева от меня стоит Алибек Расулов. Только что он одержал победу очень уверенную. Поздравляю тебя. Расскажи, какие чувства, какие эмоции. Спасибо. Все хорошо, да, просто из-за долгого простоя не получилось как бы показать себя лучшей кондиции, да, как можно сказать. А что должны были быть за лучшие кондиции? Потому что мне показалось, что ты не оставил никакого вообще шанса, ни миллиметра для каких-то действий своему сопернику вообще. Ну, я как бы не чувствовал октагон, да. Клетка. Не чувствовал из-за того, что простой был большой. Мог лучше стойки подраться. Ну, получилось, как получилось, да. Меня вот очень удивила твоя хладнокровность. Во-первых, как ты смотрел на удары, а во-вторых, как ты прям, не знаю, четко придерживался сюда какой-то своей линии атаки. Ты, ну, вообще по жизни такой хладнокровный парень или именно в боях? Я не знаю, да, я делал свою работу, да. То, что у меня получается. Не стал ничего придумывать и делал свое, да, боролся и добивание, да. Почему Лига GFC, ты очень успешно выступал в Young Eagles, и обычно кто хорошо себя показывает в Young Eagles, подписывается потом в старшую лигу в ACA? Да, я там дрался, два боя там провел, у меня должен был быть финал, я получил травму, у меня 2 года были подряд травмы, и не получилось выступить в финале, получается, ну, они как бы переносили, в итоге вообще отменили наш бой за пояс. И от ACA тоже не было предложения. И, ну, вот так, короче, вот это недавно можно было сказать. Я травму себе залечил. Потом мне предложили подраться в GFC. Как видишь вообще свою будущую карьеру? 10-0 и такие уверенные победы. В дальнейшем мы будем общаться со своими менеджерами. А чего сам хочешь? То есть закрепиться в лиге GFC или может быть еще что? Не, я думаю, если все у меня хорошо получится, то я буду уже в Европе в организации АРС драться. Если все хорошо получится. Сейчас многих, кстати, подписывают в АРС из России. Уже какие-то с ними переговоры, да, идут? Да, с ними разговор мои менеджера. Женя Шевченко и Саша Скоридин. Знаем обоих. Расскажи еще по поводу того, где ты подводился к бою, потому что, ну, я увидел, во-первых, фирменный треугольник ног, очень такое опасное оружие из Дагестана. Ну, я готовился в своем клубе, говорит, да. Спасибо моим спарринг-партнерам, моим тренерам, Шамилю Алибатыру, Сухрабу Магомедову, Магомеду, тренеру по вольной борьбе, Рамазану Магомедову. Спасибо всем. Я еще ходил так и на грэплинг ходил, Камиль Магомедов, спасибо ему тоже. В общем, готовился у себя в Махачкале, да. И давай я повторю вопрос, который тебе задали до этого, я тоже хотел тебе задать. Чемпион GFC в 77 килограммов, это Магомед Умалатов, он тоже представитель Дагестана. Тебя, если бой будет за пояс, а у тебя сейчас 11-0 или 10-0? Сейчас 10-0. Сейчас уже 10-0 стал. Не, сейчас 9-0 стал. А, окей. 9-0. Ну и, собственно, очень уверенная победа. Бэкграунд в ACB Young Eagles. Если тебе предложат бой за титул, ты будешь готов, правильно? Да, я буду готов. Ну, подеремся, да, что делать. Это уже бой за пояс. Окей. Еще раз тебя поздравляю с победой. Очень круто. Спасибо. Может быть, еще кому-то благодарность скажешь, сказал тренерам. Может, еще кто-то есть? Ну, вот кто со мной приехал, Ислам Багамедов, Гасанали, Гасаналиев, спасибо им тоже. Окей.
Друзья, подписаны на Инстаграм Олимпиако, он приезжает за экран, подписаны на Инстаграм Вестника ММА, и мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество во ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.